До конца 2020 года в Твери планируется завершить строительные работы в здании Дворца бракосочетания. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия-24». Напомним, что речь о здании старого автовокзала, в котором в последние десятилетия размещались многочисленные офисы. После реконструкции на первом этаже дворца запланированы 3 зала. Там смогут одновременно проводиться торжественные церемонии заключения брака, а также комнаты жениха и невесты, кабинеты для оформления документов. Наличие 3 залов позволит увеличить число регистраций семейных пар и проводить церемонии в качестве новой торжественной обстановки. На втором этаже здания появится 4-й зал, в котором будут проходить торжественные регистрации новорожденных, чествование юбиляров семейной жизни, вручение медалей за любовь и верность и другие торжественные церемонии. В целом, здание нового дворца бракосочетания, несомненно, украсит город. Здание это историческое, признано памятником архитектуры. Это площадь, которая перед этим зданием будет украшена. Не хочу забегать вперед, но очень интересные скульптуры. И там будут большие пространства. Но хотел бы сказать, что там будет возможность для маломобильных групп тоже проводить процедуру бракосочетания. Там будет лифт, все находится в проекте. Поэтому мы планируем до осени успешно завершить этот проект, открыть его для наших молодоженов.